Друзья, добрый день. Вы на канале Boston Technic. Меня зовут Николай. Сегодня на обзоре у нас Кирдец К701, двигатель 7511. В комплектном состоянии. Простаивает года два. Но в целом аккумулятор поставить заведется. Есть подтеки. Несомненно, придется приложить руки. Заводится со стартера. Резина на остатке где-то процентов 30-40. Так, сейчас залезем в кабину пилота, посмотрим. Вот. Так все это выглядит. Здесь все четыре колеса, где-то 30-40% протектор остаток. Здесь вот поменьше, здесь, наверное, процентов 10. И та сторона тоже. Данный трактор продается с документами. Если есть желание у вас приобрести данный трактор, обращайтесь к нам. Звоните, пишите.